Всем привет, доброе утро. Сегодня мы пораньше управляемся, потому что на работу нам. Дина! Вот. Снимаю внутряшек своих. Вчера поставил тазик, покормил всех. Вчера жена в 3 часа сказала, что начала внутри рожать. Было 3 при ней. 2 больших и 1 малюсенький. Потом я вечером уже приехал, 8 с работы, посчитал, было 6, но они были как мышатки маленькие. Получается, 2 такие более-менее побольше, остальные как мышатки, вон, видите, вообще. А утром пришел, уже у нас не 6, а 11, ну, 10 живых, и вот один, видите, да, видно, мать вытаскивала его. Задавила зубами. Неправильно шел, может быть. Сказать, что он не крупный, просто неправильно шел. Вытягивала, видно, задавила его. И тут у нас получается 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 штук. В общем, она привела 11 штук. Вы представляете, какие они маленькие. Сейчас это вообще камера не передает просто. Я сейчас не знаю, попробую увеличить. Нет, там не получится. Не фокусируется. Вот так, наверное. 2 побольше. 2 побольше. А остальные как горох. Потому что их много. Вот 2 стандартных, видите, да, небольшие. А остальные как горошины. Малепусенькие такие. В общем, она вчера с 3 часов дня, наверное, начала вот это вот щениться. 8 часов у них было только 6 штук. И еще ночью 4 привела. 5 привела. Одного уж нас сдавила. В общем, такое количество. Ну, мелкие, очень мелкие, конечно. Ну, посмотрим. Выживут, значит, выживут. Не выживут, значит, не выживут. Ну, что ж делаешь. Выживают сильнейший. Вот один, смотри, на бочку лежит. Что-то не топчется по нему. То ли он слабенький совсем, то ли не знаю. Сейчас попробую палочкой его повернуть. Кудомчатся они здесь, кудомчатся все. Вот он, видите, да? Совсем слабый. Они по нему лазят тут. В общем, родила, привела 11, одного задавила, вытаскивала. Ну и тут, смотри, мелкие, слабые. Ну посмотрим, выживут сколько, столько выживут. Пашки дал им. Водичку поставил, чтобы помылись. Он еще серебристый у меня тоже должна. Тоже как бочка уже должна тоже привезти. Посмотрим, сколько она приведет. Ладно, будем следить за этим. Мне надо на работу бежать. Поделился с вами своей новостью. Вот. Непонятно, почему обычно они за раз все щенятся, а это почему-то она с 3, я считаю, короче, почти 12 часов рожала. Ну, может и такое бывает. У меня первый раз, во-первых, ну, как бы, хочу сказать, такое, что она сразу всех не родила. Дина, ты можешь рот закрыть? Как начинаю снимать, так начинает гавкать. В общем, у нас такая новость. Самка привела. Привела 11 штук, одного задавила. Утряшки мелкие. Вот видите, вообще мышонок какой серебристый. Вот один серебристый, да? Один серебристый. 2 серебристых. Остальные стандартные. 2 темных стандарта. 2 светлых стандарта. Остальные темные стандарты. Ну, ложкаются, видите, малыши. Ложкаются. Вот, стандарты посветлее, которые порыжее, они вообще, блин, крупные, блин. А остальные блохи какие-то, особенно вот этот блоха сидит. Все, на этом будем заканчивать свое видео. Будем ждать, когда вторая щеница у нас серебристая. Это молодец, привела много. Главное, чтобы они теперь выжили, выкормились.
девки вот это вот, их не старшие сестры, я их 5 штук оставил здесь, нет, 6 штук оставил, ну как бы на племя крупных, они с мамками сидели. Мамки сейчас, вот одна ощенилась, девки малышей не обижают, потому что они с одной семьи. Ходят, нюхают их все, что-то там урчат, рассказывают им, разговаривают с ними. Ну, в общем, они понимают, что это ихняя кровь, и все. Поэтому не трогают. Все, на этом заканчиваю. Вот такой у нас обзорчик утренний. Вот. У нас пополнение. Все, всем пока. Ставьте лайки, заходите в гости, пишите комментарии. Буду рад всех видеть на своем канале. Все, пока.